Я смотрю в твои большие глаза, потому что не смотреть в них нельзя. Отражают вечерни карнавальные огни, целый мир в те глаза. Заколдовала, закружила меня с рассветом. У барной стойки, и как приду, повторял эти строки. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, нормально с ориентацией. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Ничего я не рисую, не умею, не танцую. Женщина, а я танцую, женщина, а я танцую. Хватит улыбаться. Ничего я не рисую, как умею, так танцую. И с утра по самый вечер все колбасит, ребят, и мечет старый добрый рок-н-ролл. Старый добрый рок-н-ролл. Ну, мне кажется, удалось, да, мне кажется, попали в то настроение, в ту интонацию и в ту эпоху старым добрым рок-н-роллом, который, как поется в песне, будем удивлять народ. Прямой эфир 617-51-97, номер нашего телефона, группа «Стиляги Бэнд» в гостях у меня сегодня. Кто автор песни? Луиджи. Я автор музыки и мой друг поэт, который говорит, что, представляете, мне Тёма П. написал текст. Тёма П? Тёма П. Просто Тёма П. Тёма П. То есть никаких амбиций у него таких поэтических уже нет. Ну, не знаю, мне кажется, это так скромно, да. То есть ты еще и композитор тоже, да?